Всем, кто зашел на мой канал, добрый вечер, доброго времени суток, у кого как. Желаю вам здоровья, крепкого и хорошего настроения. Сегодня я буду распаковывать Powerbank. Я очень долго искал Powerbank, который бы подошел бы для всего. Для ноутбука моего особенно. Потому что обычно все такие лошади были здоровые, там были на 50 тысяч миллиампер, и ну, они огромные, просто огромные. И вот повезло, я увидел такой Powerbank. Это от компании PowerPlant, вот, на 20 100 миллиампер. Доставочка 2 дня, как обычно, розетка всегда на высоте. Сервисом я полностью доволен. Это инструкция. Дальше сразу идут переходники здесь сверху. Очень классно. Обивочка такая. Они сидят тут на резиновой такой прокладочке. То есть переходники это для ноутбука, для разных типов ноутбуков. Сам Powerbank. Открываем. Вот такой вот он. Классненький. Алюминиевый корпус. Включим. Посмотрим, как он работает. О, пошла работа. Здесь есть несколько режимов. Так, пусть пока полежит. Посмотрим дальше. Вот что здесь еще есть. Это кабель microUSB. Кабель для ноутбуков. Это сюда втыкается. Сюда включаются вот эти переходнички всякие. Вот. И для стартера, для автомобильной зарядки. Можно заряжать от автомобиля. И одновременно можно и стартовать машину. Вот мы видим, да? Загорелась лампочка. И такой вот чехольчик еще есть. Вот. Ну, классненький такой, водонепроницаемый. Вот. Что, как мы будем его проверять? Так, попробуем его включить. Подержим немножко. Так, загорелся, отлично. И теперь подержим чуть-чуть. И переключаем теперь режимы. Раз, два, три, четыре, пять режимов. И опять на место. Вот так мы переключаем режимы напряжения. Значит, первый режим это Powerbank. Второй режим идет 12 вольт, 16,5 вольт, 19 вольт, 20 вольт и 24 вольта. Значит, что мы имеем? Это можем вставить сюда и убедиться, что Powerbank немножко заряжен, и он дает зарядку на стартер. То есть сейчас, если мы переключим на 24 вольта, то мы можем стартануть машину. Если сел аккумулятор. Значит, здесь у нас два выхода USB Quick Charge 2.0 и USB 5 вольт 2.1 ампер. Это вход microUSB для зарядки самого устройства. И здесь для зарядки автомобильной и для выхода на стартер и для выхода на ноутбук. Вот такой вот переходничок есть в комплекте постоянного тока для ноутбука. Вот, посмотрим, как он работает. Возьмем ноутбук таким вот образом. Вот. И возьмем переходничок. Вот эти переходники. Один из них. Ну, моего не было, я купил его отдельно за 35 гривен. Нашел. Вот такой у меня, потому что немножко 4 на 1,7. Вот, включили. Теперь включим устройство. Так. Видимо, оно еще не заряжено. Сейчас как раз попробуем сделать ход конем. Мы и поставим устройство на зарядку и одновременно. Так. Ставили устройство на зарядку, оно пошло заряжаться. И что у нас тут? Угу. Вот загорелась лампочка. Я поставил на 20 вольт. Мой ноут поддерживает 20 вольт. Все, лампочка загорелась. Зарядка пошла. Отлично. Все, теперь, значит, мы с моим ноутбуком будем всегда в рабочем состоянии. Это шикарно вообще, это круто, ребята. Так что присоединяйтесь. Розеточка молодец, моя уважуха. Будьте здоровы и радости вам от ваших покупок. Всего доброго. Да, чуть не забыл.
Если это видео наберет, ну, я сделаю потом технические характеристики этого пауэрбанка и свои впечатления о работе с ним. Ну, как немножко поработаю. Вот. И не стесняйтесь, если кому-то что-то интересно, я просто не нашел, когда пытался в нем разобраться, в интернете не нашел ни одного, ни обзора, ничего, короче, на этот пауэрбанк. Поэтому, наверное, я буду первый. И, собственно говоря, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Своим опытом поделюсь. Если кому-то интересен этот пауэрбанк, пишите в комментариях. Все, еще раз будьте здоровы и всего доброго. Будьте счастливы.